Всем привет, ребят, с вами Бани. Мы сегодня с вами попробуем... Я не знаю даже, как это назвать. В общем, короче, мы с вами сегодня попробуем один баг. Я вам покажу этот баг. Этот баг работает только, если мы начнем новую игру, да. О, ребят, это стоит того, я уверен. Поэтому, ребят... Ну что, давайте-ка... Я не знаю, если как пропустить, просто там есть один моментик, поэтому... Давайте-ка лучше не будем пропускать, потому что... Я не знаю. В общем, мы должны посмотреть вот эти все вот катсценки. Все вот это мы должны посмотреть. Нас сейчас арестуют. Ну, короче, кто играл, тот знает, да, ребят. В общем, расскажу вкратце о этом баге. Этот баг... поможет вам в будущем в игре, да. Этот баг открывает все города, интерьеры. Ну, не все интерьеры, конечно, а интерьеры, которые открываются, допустим, в прошлом. Ой, в прошлом, блядь, ребят, извиняюсь. Не в прошлом, а в будущем открываются все города. И города, и интерьеры. Допустим, казино, там, 4 дракона. Оно не сразу открыто. Ну, вот, по сюжетке, да, оно не сразу открыто. Потом там открывается, потом... Ну, или потом там еще как-нибудь. Какие-нибудь интерьеры там по типу... Казино другого, там есть казино другое, короче, какое-то. Я их точно все названия не знаю, ну, я знаю так, короче, некоторые названия казино. Также открытый город СФ, ОВ, естественно, ну, с помощью этого бага все у нас получится, ребят. Так. Так, ну, вроде пока у нас все хорошо. Ну, в смысле, я имею в виду, пока в сцене не совсем хорошо. Нас собирают, арестовывают. Ну, что, ребят. Ну, не буду долго томить, расскажу вам все как надо. В общем, этот баг с помощью одного чит-кода. А этот чит-код, это на джетпак. Ребят, ну, я думаю, чит-код на джетпак вы найдете сами. Если хотите, я вам оставлю его в описании, кто не знает. А кто не знает, как вводить чит-коды, вы просто набираете комбинацию клавиш, нажимаете определенную, ну, какой чит-код, такие, как бы сказать, и буковки нажимаете. И все, и чит-код активируется, да, ребят. Поэтому тут ничего сложного нет. Вот сейчас вот поезд проезжает, и мы должны ввести код на джетпак, ребят, да. Так, давайте-ка введем его сейчас. Все, мы ввели с вами, ребят, чит-код. Как видите, мы у нас джетпак, да? Если сказать без вот этого вот чит-кода и без бага, да, ну, можно даже сказать, то нас должны выкинуть в одном переулочке. Но сейчас нас не выкинут, ребят, а мы поедем дальше. После чего мы умрем. И все, и баг готов, ребят. И мы можем заезжать в любые города, делать что хотим. То есть, короче, сразу открытая GTA вам полностью, ребят. Видите, нас должны были выкинуть, но нас не выкинули, ребят. Вот что. И мы сдохли, ну, как обычно. Так. Все, мы появились тут уже. Давайте-ка сядем в тачечку. Так, ребят, проезжаем. Погнали. А, ну, баганулось немножечко, ну бывает. Да, ребят, я, кстати, не буду пропускать, потому что некоторые могут подумать, что, типа, ты там включил какой-нибудь мод, я не знаю, там, еще какие-нибудь версии. Поэтому я буду показывать все одним кадром, чтобы все поверили. Ну, или можете сами попробовать этот баг, он довольно-таки легкий, тут ничего не надо делать, да? Он легкий, но очень, как бы сказать, очень полезный даже. Потому что, допустим, да, вот у вас там... Вы убили несколько человек, да, там, хотите быстро заработать денег. Погнали в казино, там, все просрали, или наоборот, все выиграли. Короче, вот так. Ну, как видите, миссия первая, тут вообще ничего не надо, то есть, никаких не миссий проходить, ничего. Просто надо прописать чит-код, и все работает. Я не знаю, этот баг специально Rockstar добавили, хотя, ну, вряд ли, ребят, ну... Хотя, я знаю, Rockstar любят всякие пасхалочки, баги.
делать в играх иногда, но это такое. Ну что, давайте-ка сейчас доедем. И как мы доедем, вот это будет уже самое веселое, потому что сейчас, да, как по идее, сейчас этого заборчика не должно быть, который как бы нам блокирует въезд в город. Его не должно быть. Так, ну... Ребят, знаете, что я хочу сказать? А его нету, ребят. Значит, у нас все получилось с вами. Неплохо, да? Нехило так. А, нам дали звезды, конечно, сразу. Ну, звезды это не беда. Так, ну все, ребят, мы вот в городе уже. Так, давайте-ка в казино доедем. Давайте-ка выключим копов. Просто они нам будут мешать. Да, кстати, ребят, если вы будете именно использовать код, который ослабляет розыск, то это вам не поможет, ребят. Надо именно отключить их полностью. То есть, чита и закми. Кто не знает. Вот казино. Ребят, все работает, так что пользуйтесь на здоровье этим багом, потому что он очень полезный и поможет вам в будущем. Допустим, как вы будете, да, проходить игру, у вас будет сразу открыто, то есть все, то есть у вас сразу будут открыты города все. Это, допустим, те, знаете, вот, кто хочет как бы... Не хочешь проходить игру до определенных моментов, да, там, где город откроется, сразу покататься, посмотреть, полюбоваться. Не, конечно, есть еще один вариант, сейв скачать, да, но кто не умеет этого скачивать и делать, то есть, ну, сейв, хотя я не знаю таких людей, на самом деле. Да, ну, единственное, ребят, это то, что не сможете здесь купить дом. Ну, это, к сожалению, так вот оно и есть. О, нифига себе, ребят, это было эпик, конечно. Да, единственное, что мы не можем купить с вами дом, но это не проблема, ребят. Да, ты пока не можешь купить эту собственность. В общем, вот так, ребят. Если понравилось, то поставь лайк, подпишись на канал и оставь свой комментарий. Что ж, с вами был Банни. Всем пока.